довольный глупец. Моя кровь принадлежит мне. Я закручу его, и запределье будет моим. Я в гельчат два кольца линканул. Что больше на фурика заходит? Агильный. Сила гнили, не слушай его. Агильный, блядь. Говно твое агильное. Топовое. Вот когда будешь в соло таргет 25, да, тогда поговорим. Силу гнили, а дядь, значит. Просто я так подумал, где там криты дох. Я сейчас прилечу. В смысле, а я? Снизу привести краш. Заберите виду. Thank you.
процентов меткость на собак, чтобы по левой руке не промахивался. Чего-чего? Фурику сколько процентов меткости надо, чтобы от левой руки не промахиваться? Ты в любом случае будешь промахиваться, хардкап 25%. Чтобы не промахиваться тебе скиллами, нужно 5% выбирать пяточным талантом меткость. Не, это знаю. Так, левая, чтобы... Ну я тебе объясняю, 25%. А, 25? Ебать, да. Хуя. Ну, это хардкап. Поэтому смысла набирать его нету. Набирай 5% на фурике меткости, и у тебя все будет заебись. Если вы выкинете 100, пошел будет 10. Ух, там выше стажа нет. Меня лучше не ставь, у меня мышку лагаешь, я тебе объяснял. Да? Нет. Нет. Но у меня есть Deadly Boss мод, но я не знаю, он показывает или нет. А что нажимать там надо? Просто либо правой кнопкой и все. Там каст идет или просто клик надо? Ну, попробуем. Клик, думаю, держи. Вибе бросится. Да вон вибе, пускай я побегаю, похилю. Ну, с пугами потом попробую, с гильдой не хочу. Революции, говорит, плюс. Да, пиво домашнее не вынести. Теперь спецумонят. Там сзади за воротами рыба. 5 хилов, мне можно даже не напрягаться. А кулаки будут поваром? Раздай всем каски. Блин, как танчить. Там каски не раздает паладин.
Раздаю. У локов нет все еще каски. Рыба стояла за воротами, но уже поздно. Из меня. Поднимаю. Печать не слагайте. Отпускайте кубы. Там кубы сейчас будут, не?
Сейчас, отведите, заведите сейчас. Он там не двигается. Ребята, когда кубы прожимаете, босс не двигается. Элемент. Забадали кубы, или два раза на куб нажали, или еще какая-то байда была? Нельзя нажать два раза на куб. Там же дебаф дается, не? Бомжи КД. Он боб не пропустил. Ладно, я не успел с тебя забрать, пардон. Вот именно что был. Дибика. Дайте каску по друиду. Кому надо 30 секунд. Это половина РДДшников, встаньте на другую сторону босса, а то лужа будет под нас постоянно сюда спамиться. На прошлом трае 3 лужи было прям вот в нашей РД. Через босса перейдите на другой стороне. Нет КД. Он кливает, нет? Нет. Кубы 8 секунд. Прожимаем. Отпускайте кубы, кубы отпускайте. Да. А тут дебаф будет продолжать висеть. И вы не успеете нажать следующие кубы. И тяжку следующую.
Отпускайте. Отпускайте, отпускайте. У вас когда босс орёт, нет, только не снова, значит... Это как-то раз отпустил, спасибо, советчики. Чё не так? Пятьдесят четыре. Воротам все даю прожимку. Там прям лужа в воротах. Да, ну, поебать. Угол есть, по-моему, все сюда. Трэша больше не будет? Все, трэш. Я могу с ним меняться, если так будет А, ну спойте кто-нибудь. Хилов там мало слишком. Я уже давал. Я дал. Выйдем, говоришь? Когда 1% остается. Можно кружку поставить. Такого хрена я не пошел. Бершама. Обычно, когда я иду, я варом выпадает этот сраный сверчок.
Шама, я иду в цепи, цепи, цепи. Это у меня? Тебе соврали. Такой действительно нет. Ну и ладно. А в чем смысл этих сумок по 20 слотов, если ледяные точно такие же? Я просто лучше сменить. О, все. Сколько у миликов мастерства должно быть? 25 или 26? 26. 25 это хреново или нет? Бля, одно очко даже сильно, да, играет? Мне аж больно стало, зачем ты сказал такое. Сейчас колечко на 5. О, 31. Вообще ништяк. Бля, зато минус РПБ. 900 РПБ это плохо. Фурик, конечно. Я вот, сука, нормально сравнять не могу. Шаман. Рестер. Ник присланная. Ну и... Основной шаман. Да, я за хила больше играю. Ну, так нормально. Не тупой, но и не прям супер. Верь ему. Вася, не верь ему. Вот Шейпер у нас Эршам, а его никто не любит. Неправда, я его люблю. Типа, он тебя подкупил чем-то, наверное. А это кто? Печеньку отдал, ты вот он говорит. Ян подкупил, что он тебя любит. А это он врет, он меня не любит, он меня ненавидит. От любви до ненависти один шаг, так что нихуя не знаю. Армс, вар, ПВЕ, не человек. Так вот ты, да, вы посел, что не было. Ага. Бля, я пацану хотел глиф из линка, но ты меня с умой.
понял. Ты же вар. Я хил, но похуй. Ты же. Я правда. У хилов есть. Помню, влево он Да, есть вроде есть. Солнце, например. Они заебали меня. Ресните, пожалуйста. А то убили уже всех. Благодарю. Далин тоже может, по идее, не? Какую тебя пати перекинуть? Дикость. Я есть. А там друид. Я тебя кинул в пати танков. Дикость. Нет, у него несколько сил аддона, он пати тупо диспель. Круж активен. Все в крест. Рендж набрали между собой. РДД. Нужно подойти поближе. Подождите, так мы же в героике вроде, и мы креста не, зергаем. Нет, череп зергаем. А че вы так поставили метки по непонятному?
Потом у нас раньше крест стоял ближе к входу, и все милики били крест. У кого у вас? Кто сейчас релик? У нас. Кто мы-то? Кто мы-то, блядь? Я здесь один, да, блядь. Шаман упал. Он давно валяет. Ему... Диспалить будет минус один чел. Роша активно 5 рейндж между собой РДД. ДЦ упал. Бляня, все близко к боссу держатся. Просто боссы стоят, и он откидывает прям, блядь, в этого босса, нахуй, и шоты. Меня никто не откидывает. Потому что когда стоишь в центре, достаешь ко всем танкам. По глаз все переключаемся. Гер нужно дать, наверное, нет? Это мне нет. Сори. По-моему, мы в прошлый раз с вами заливали, там через Геру было. Спойки кто-то на ману. Я спел. Вот сейчас... Квадрат гуляет. А, это тебя откинуло? Понял. Геро даем, заливаем. Войд, дай первую прожимку. Что я так стал греметь? Мело? Первый раз? Вот сейчас. Эвенар, прожимка тоже давай. Ну там мажьте, сейчас сдохнем. РДД крест бейте. Квадрат откидывает танка в центр, поэтому квадрат бежит за танк. Хорошо, добиваем ренджу между собой РДДшники. Блин, знаете, как мне сейчас скучно.
Пойди поспи. Помоги Шарпе, пойди. Ну так, блядь, стоишь жопой в стенке и танчишь, блядь. Ты жирная, а я нет. Так смысл? Это оскорбление. Я шо тебе там в стену, блядь? Каким образом? Я не жир. Стена твердая. Бля, я не знал. А для хилов есть советы какие-нибудь, тоже уникальные какие-нибудь? Я умирать. Да не, это же оверхил, кому нужен. Так, кружку бьем, РДД. Милики. А спойте еще тот. Россия. Да они ж бьют, когда он не активен, сливают трини. Какой у них будет, когда он станет активен? Никакой. Давай сейчас активируется за все модли. Станьте спереди, бейте, вас отбрасывать не будет, да и все. Придется, пойдете на короля. Велики тоже? Я думаю, надо этого Сережу кикнуть, потому что походу у него головка бобо. Память эту хуйню. Друг его. Ну, украли перса, в чем проблема? И теперь да. Хорошо, хорошо, подожди, а я у тебя что-то украл? Чё ты в меня спамишь? Надо покупать? Было застраховать это. Вот. Ну и шо, что я умер? А если ты дебил, мне б тебя тоже сейчас спамить какую-то хуйню? Да! Он уже босс, он мой похуй. Милики, отойдите. Милики, от босса отошли вообще? Вы видите дебаф или как? Не, ну можем побить дальше. Давайте похилим босса. Чё? В чем проблема? Ну, а слепоглаз мертв. Все логично. Все, бейте, подбегайте. Работа на короля. Давай будем честными, РДД тоже. И хилы с танками.
чем такие долго? Милики, отходим. Отходим все милики. Господа, маленькое уточнение вам. Когда неактивные вот эти вот боты, не бейте их, вы сливаете трини. И потом, когда они становятся активными, вы не ДПСите вообще. Потому что у вас проков нет элементарно. Вот чулан шарит, а вот кто там остальные не шарит. Бля, я только пришел, залетел из дома. Обидно как. Заберите мобы с меня. Нормально, забрали. Да, забрали. Пизду. Не буду бить, блять, рисовать. Ну, я почти кинул тебе духа, но не успел. Ну ладно, я держу двоих на себе. Четыре танка, вы одного моба не можете держать. А зачем? Врали, ну зачем? Тебя не что, шотпит, что ли? Вообще, да. Спасибо, чулан, ты настоящий друг. На по голове. Они все равно чаржатся. Все равно будут рывки. Да. Прошлый карри герми лицо сломали. Я прям в моба встал, у меня чарджинг все выбил. Какой карри. Круля. Тебе везет просто. А я пришел на чарджер, чардж дал и сдох от своего чарджа.
Он просто одновременно у меня там бегает. Да я не буду вставать, лезть. Заебался я. Тут еще трое. Че, Воль, где вы Лемма? Тут 4 чела хватит. Опачки говорят, ты... Одного моба не надо делать. У меня лучший гем. Буду жертвовать собой в духе, закрывать руки. Срезаю, а вы духами встаете, вы на приколе что ли? Как хотите. Что упасть? Он просто один. Громила. Только Громила уже чажется. Громила чажется, он подбежал. Да. Можно рыбку, пожалуйста? Слева стоит. ШП у нас куча.
Герус пула будем? Закрути! Ну, я думал, ты в курсе, как сбрасывать атаки с босса, раз ты его забрал. Смотри, тупо стоишь тут, и стаки сбрасываются. Ну... Пиво, я закрою, пиво, пиво, уйди, пиво, я закрою. Кто-то там не закрыл. Нет, ладно. Уйди, лучше не стой. Я себе духа дал, выжил. Все, я больше не могу закрыть. Справа кто-нибудь подойдите к квадрату. И готовьтесь закрывать. Войд, если что, говори нам про жимки. Пиво тебе дали рез. Я закрою слева. Сзади, сзади. Бегу, блядь, бегу, бегу. Закрыл. Да, по вашему совету. Тихо, уйдите. Подряд слева закрыл следующий. На третий раз шотнет просто. Я закрою, Христе. Невероятно, с первого раза прошли. На прошлый раз мы не с первого раза прошли. Сейчас потому что я опять подряд закрыл и сдох. Ничего страшного, герой. Что толку от этого было, если никто ничего не делал? Зинхрен вайп был.
ты лучше всех. Вот. С кружкой, я так понимаю, будет идти Далин, ну да? Ну, заходит вроде как. А, еще есть эти фросты у нас. Блять, а можно на четвертый спек паролить? Я тоже думал на четвертый. Блять. Надо кому-нибудь нашипать это. Да. Нет. Дадите финки на спек в шипа. Ну, напиши ролл. Там да. Шама забрал, я фиг знаю. Я на четвертый спек ролю, если шо. Да ми... Какой у тебя четвертый спек? Фрост. А, ты ДК. Я думал, ты на паладине. В общем, четвертый. У тебя же Фрост ДК, БДК и АДК. И БДК танк. А, Чопс, Фрост, да, да. Чопс заходит. Сразу лететь на Оню, да? Куда? А в варам кружка не заходит, да? А, на Виклик второй. Войд Виклик будет? Нет. Поставьте портал в Долоран, пожалуйста. Кружка уже давно никому не заходит, как только ее фиксанули, она реально хреновой стала. Кроме РПБ, с нее нечего. Она будет работать, если медальон гадюки выбьем еще. Да нет, раньше она, блин, стакалась у комбатов от всех. Она просто чаще срабатывала раньше. Атаки. Она намного чаще срабатывала. Братан, она была на втором, на третьем месте у комбатов. А сейчас она вообще в говне. А это что, за ГП, нет? Я вам еще раз... Давай, нет. Выбить медальон гадюки, то она... Я тебе дал на перчатке обмен дал. А Финка выиграл. 7-7. А погоди, мы просто что ли ролим ее? Я звоню через пол. Финка хил. Финка хэприст. Финка хэприст. На тебе рекаунт могу скинуть. На. Вон, Финка пятое место. Да нет, у меня даже шипоспека нет, у меня даже сейфона. Да. А, чё? Не-не-не, просто все ролили, я смотрю, кто на чё ролит, кто там. Я на успех, я ж сразу не... Чё-то царь обезьян заставил меня попотеть, прям на кнопочку нажимать. Чего? Ты ДПСил, что ли? Да. А я за руками следил, как бы, за... Какой прекрасный ник. Серёжа. Серёжа, молодец. Серёжа, молодец. Печеньки, сука. Ролю. Серёжа там что-то выиграл. Палец боевую. Серёжа. Да, это Серёжа на пояс. Молодец. Топ скилл на Фуривара. Не в кайф. Серёжа, у тебя спек кривой, держу в курсе.
Нет, шарф, и к тому же я уже на твинка зашел. Надо, надо. Че, Лайт забирает? Сережа выиграл. Лол. Бля, Сережа. Ни за что вы здесь? Потому я говорю, что такое говно кикать надо. А какой ДК пушку забрал? Солнце, еще один пук. Блять, заебись. Блять, я больше не пойду ни в один ебаный рейд, если здесь будет хоть один ебаный пук, блять. Вот, сука, засекайте нахуй. Зато ЕП получили, парни. А в рот я ебал это ЕП, нахуй. Зачем ЕП, если ты не можешь сролить? Ты нахуй ЕП, если мы пуха одеваем, блять, земляем пухом, блять. Земля нам пугами. А это, я не понимаю, Чопсик на БДК ролит или на ФДК? Просто он и кружку забрал, и палицу забрал, я не знаю, чё ему... Раздай ЭП. Я напишу, говорит, я на БДК ролит. Просто я тоже кидал ролл на эту чашку, мне РПБ с нее на. Понятно. ДК, но еще может быть на кошака. В этом рейде больше никому. Yeah.